Всем привет, с вами QWERTY, и сегодня мы будем играть в Petridish. Petridish — это аналог Корио, ну, наверное, всем известного. Ну, в принципе, я сейчас вам расскажу, что мы будем... Ой, точнее, как в эту игру играть вообще. И... зачем я в нее играю. Вот. В общем, эта игрушечка, мы играем здесь... То есть, тут есть множество серверов, множество режимов. Мы в нашем случае будем играть за FFA. Вот. Сейчас попробую... играть за FFA. Подождите секунду, я попробую сажать этого ублюдка. Нам просто главное съесть его и сажать потом. Ну, это все. Ублюдок. Окей. В общем, в этой игрушечке нам нужно играть за такой маленький кружочек. То есть все играют за кружочки, набирают себе очки с помощью... То есть, поедая противников. Тут, кстати, топ-1 на сироке. 5000. Ну, там, может, еще другие есть, хотя вряд ли. Вот. То есть, топ... Фу ты. Убиваешь игроков, в общем, и съедаешь их. Нет, вот у него 3000, 8000 очков где-то будет. Охренеть. Окей, ну хотя нет, первое место, 8000 очков как-то маловато, но учитывая то, что онлайн на сервере сейчас 30, там 50, то достаточно. В общем, сейчас мы будем набирать очки и пытаться выйти в топ, хотя бы на, ну, в топ-5, да. Ай, бля, паскуда, ну окей, хотя бы столько сажали. То есть 300 очков у нас уже есть, и можно спокойно искать людей себе побольше, да? Сейчас этот дурак, а нет. Окей, блин, вот ненавижу я находиться рядом с этими чуваками. С большими, да? Они просто на пробел нажимают, и ты автоматически съедаешься уже. И не... просто бред. Вот, и я хочу попробовать набрать... Ну, вообще, у меня максимальное количество, по-моему, 12 тысяч было. Вот. Такие вот дела. Сейчас мы будем пробовать выходить в топчик один. Ну, я не знаю, где-то видосик буду запиливать минут на 10, ну, чтобы вам долго не париться, да, не смотреть, опять же, не тратить свое время. Минут на 10 запилю. Кстати, зацените твиттер, я сделал новый. Можете зайти, вот так вот, зайти на него, чекать там новости мои. У нас уже 800 очков тем временем. Вот, в общем, там буду выкладывать все новости, там новые видосики. В общем, ну, все, что нужно, там будет. Это вообще даже без вопросов. Вот. ВК пока у нас нету. Я думаю, в ближайшее время не появится. Но пока у нас там не будет хотя бы там, я не знаю, 100 где-то активных участников на Ютубе, да? Это даже в Твиттере. Ну, в Твиттере, да, там мало кто у нас в России вообще сидит. Но тем не менее. Давайте подождем его. Отлично. Донат. Блин, вот этот донат, он... Я не знаю, сколько раз уже... Вот сколько раз в эту игру встречал, играл, я постоянно его встречаю. Этот донат, донат... У меня также еще много людей, которых я тоже очень часто встречаю, которые просто задротят целыми днями. Ах ты ублюдок. Смотрите, что есть. Смотрите, что есть. Блин, я думаю... Окей, сейчас, секунду. Сейчас я хочу вот этого ублюдка... Нет, уже не сажу. Он соединился. Ах ты паскуда. Сейчас ты будешь на меня накинуть это говно, да? Нет, уж не надо. Ну, пока на 9-м месте в топчике. Ну, учитывая то, что онлайн, как я уже говорил, маленький. Играю я в 2 часа дня. Поэтому под вечер там больше всех собирается. А пока что будем лутать просто обычные кружочки. Чё-то нам никто особо больше не встречается. А вот и встретился, отлично. Сейчас мы его перехватим. А, стихи воды, что? Блять, ну он опять воссоединился тоже. Ё-моё, кто у нас там слева-то идет? Может, ему ловушку подкинуть? Если получится, то будет вообще охрененно. Мне главное просто не тупануть, как я обычно люблю делать. Ща. Может, он даже не обратит на это внимание. Не, он уехал. О, вот это вот, я понимаю, батя, свэк. Просто свэговский свэк. Ну зачем он его фидит? Блин, ну так же вообще, типа, понять ему. Меня лучше бы нафидил, алё. Ты не видишь, что ли, я тут бегаю, уже минут две никого не могу найти. О, найс. Все понятно. Ай, что-то тут вообще одни маленькие бегают, мне вообще нет смысла на них вообще даже прыгать. Опять мы в самый край карты уехали. Кстати, тут, походу, недавно... вайп сервака был, потому что ловушек слишком много.
Обычно, когда под вечер играешь, там ловушек очень мало, а этих здоровых ублюдков очень много, и, следовательно, не получится никак их взорвать без ловушек. О, ведь ловушек-то нету. Это достаточно сложно. Опа! Кого мы видим? Кому... Блять, ну вы поняли. Сейчас мы его немножко догоним, короче, и сожжем, когда он начнет останавливаться. Ай-яй-яй. Ну он просек тему нашу. Сейчас мы его ебнем. Че, не жирается? Бля, ну тут нечестно уже. Пиздец. Ну у нас же очков-то сколько нет там очков? У меня 650, да? А, у него 590, но блин, на 60 очков разница. Я должен, по сути, его съесть. Ну что он сейчас на меня при... А че он на меня не прыгнул-то, блядь? Вот он, ДЦПшник. Он мог на меня сейчас спокойно прыгнуть, по-моему, мог съесть вообще без проблем. Сейчас эта щука прыгнет. И пизда нам. Ой-ой-ой, что тут происходит? Спасибо. Спасибо, все, все. Спасибо больше на. 1500, бля. Какие-то все здесь здоровые. Снейк, вот его еще можно сажать будет, да? Я сам-то попасть не могу. Ну ладно, пусть будет побольше ловушек. Блин, я бы его сожрал спокойно. Если он меня сейчас не сожрет. Щеку вообще не напрягается, что-то. Сейчас, наверное, тогда потеряемся наши очки, да? Или там, я не знаю, насколько долго это задержится, но как потеряем. Как потеряем, так сразу и закончим видосик, я думаю. Блять, еще Виктор какой-то здесь. Опа. Опа, сейчас поймаем чувака. Сейчас зажмем. Ай, блять, тут еще один. Все, пизда. А, нет, этот не может. Нет, не сможет раздвоиться и сожрать меня. Стьюти, ну чё? Я не знаю, чем тебе помочь. Я бы тебе помог. Хотя нет, я не буду тебе помогать. Пошел. Пошел ты, а. Что-то вообще нет, ребят. О, додж, который мы увидели, доги. Который в топчике был. Что, сажать его, что ли? Ай, блядь, не смогли сажать. Окей, сейчас теперь нас могут спокойно... А, нет, опасно, у него 488, что-то я не обратил внимания. Блин, 600... 670, конечно, это тоже ни о чем. Очень опасно так кататься. Блять, если этот хуесос сейчас задумается... Нормально. Ай, ёпта, здравствуй, донат. Ну смотри, он сейчас мне просто ловушку свою кинет и все. Чё ж ты такой умный-то, блядь? Ах ты уеб... Ну заебись. И что ты будешь делать? Я знаю, что ты будешь делать, но не надо этого делать. Сколько у меня? У меня меньше стало. Нет, у меня столько же. Да выебывался, блядь, все очки потеряли, нахуй, и он я. Ну, заебись, блядь. 655. Ах, ты уебок. Ну, в принципе, мы особо ничего не достигли, да, но видосик на 8 минут вышел. Как-то нам особо не везло даже, ребята, только маленькие попадались. Рекорд 1700. Ну, что-то я даже много с ним не пробегал. Вот, такие вот дела. Скоро будут новые видосики, попытаешь. Но я буду стараться почаще их снимать. Также скоро вот Fallout я выпущу, наверное, засниму. И сразу же выпущу, как только загрузится, так что вы сможете его спокойно посмотреть. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал в Твиттере, на Ютубе и везде, где только можно подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, всем пока!